Hello! Hello, what's up guys? Today is another adventure day here in Dalat. Go with us today. We don't have certain plan for today. We're just gonna randomly explore the place. What are you waiting for? Let's go! We're gonna eat breakfast here and drink coffee. Yeah, it's beautiful. It's beautiful. Is this Japanese? Cinematic. This is cinematic. Wait, no. Grace. Finish eating our breakfast, so we're going up to the mountains right now. Tickets, huh? Three. I've never seen giraffe before. It's not giraffe. Мы думали, это реальные зебры, а оказывается, покрашенные лошади. Вьетнамский лайфхак. Вот в такое место мы приехали. Холмы. Также здесь можно забраться на пик. Можно забраться на пик пешком, хайкинг. Можно заехать на УАЗике. Стоит, по-моему, 80 тысяч. Билет сюда стоил вход 30 тысяч, плюс 10 тысяч за парковку на человека. Вот думаем, что делать, пойти пешком погулять или на УАЗике подняться уже наверх. Да, лошадки не выглядят счастливыми. Вышли из этого места, хотим попробовать на байке сами доехать до пика, вот по этой маленькой дороге, которую мы видим. Потому что Google пишет, что есть дорога. Вот, конечно, не такая крутая, как для УАЗиков, но будет, может, интересно. В общем, на мотоцикле далеко уехать не получилось. Попробуем взять УАЗик тогда и доехать до конца. Да, кажется, дождь собирается. По той дороге можно было только хайкать, именно забираться пешком. Может, мы с Нави как-нибудь в другой раз сходим и заберемся туда на пик пешком. Ну все, ждем еще троих человек, которые к нам присоединятся, и поедем на УАЗике. Там две опции доехать на 1950 метров. Машина будет ждать час нас, и мы можем уехать на этой же машине. Либо мы можем пойти пешком дальше еще на пик, и машина уже ждать не будет, и мы вынуждены будем возвращаться пешком просто. Поэтому идет дождь все равно, времени особо нет. На этой же машине вернемся, чтобы не ходить пешком. Вот, а в следующий раз, может, сходим с нами. Все, не прошло и 20 минут. Нам назначили тачку. О, мои любимые места! Места. О. У меня блатное место первое, как главный оператор. Очень атмосферный лес во время дождя, мне кажется, даже нам повезло. Круто, прям. Эти уазики такие же грустные, как лошади, как рабы. Возят все время в одну точку. Устали уже, бедные. Вечные машины. Ливень такой. Сейчас будет весело гулять. Ну, сейчас дождевички, и вперед. Благо взяли. Люди прячутся тут. Будем пережидать дождь или давай дождевики надеваем? Yeah, I like the Russian car. It's cool. Let's walk in the rain, huh? Сейчас будем наши новые дождевики. У меня патриотический дождевик, в общем. А у меня румынский, да? Я буду как настоящий хохол. У меня пластик. Пакет. Значит, в 11:40. Так, дождь. Да, погнали. Let's go, guys. Слава Украине! Все, мы вооружились. У меня есть GoPro, с помощью которой я могу снимать под дождем. Зато людей здесь нет, красота, и смотрите, какие виды. А вон как это делается, подкрашивает. Смотрите, красит зебру. Была лошадь, снова зебра. Опа, сейчас будет зебра. That is how you make zebra in Vietnam. Рисует зебру на лошади, втихаря, в подвале. У лошади краска распотекла от дождя, походу, они быстренько сюда беспалевно. Надо детям показать, дети будут плакать, как и Нави. Плачет. You sad because it's not zebra? Yeah. Now you know. Now I know. I caught them painting it. Because rain washed it. So scam. Олег посмотрел погоду, здесь ночью 14 градусов. Это уже получается там 1950 метров над уровнем моря. Почти Роза Хутор в Сочи. Но до Эльбруса еще далеко. Все, вот и распогодилось. Не прошло и 20 минут снова. Снова солнечно. Тепло. С дождиком, кстати, атмосфернее как-то все. Тут солнце светит, а там вдалеке пасмурно. Тучи. Как ее раскрасили-то? Коричневая. Коричневый. Муравей. Лошадь. Лошадь, походу, покрашена под этого муравья. Так, вон он, бинокли. Вот, да, все. Я. Красиво. Вау, я. Так. Да. Здесь кухня есть даже. Столовка. О, тут круто облака. Офигеть. Облака поднимаются, видимо. Да, туман добрался сюда. Я потом сейчас. Вау, да, с туманом очень круто. Прям сюда видно было, как он настигает нас. Интересно, круто. Вот оказывается, кто у нас надул туман. Бля, я тут на вейпл пока. Да, вот Олег на вейпл. Красиво. Красивая погода. Все, вот мы и вернулись, мы спустились. В общем, было очень круто, рекомендую всем. А, цена оправдана, даже можно сказать дешево. Не сильно дорого, да, не завышено. Так что, если будете здесь, езжайте. А еще советую, конечно, да, похайкать лучше, если время есть. Будет, наверное, прикольно. Застать разные времена, туман, солнце, дождь. Но надо готовиться, да, что будет дождь по-любому. Практически каждый день. Даже не практически, еще не было дня, да, без дождя. Байки аж дымятся из-за того, что горячие. А здесь холодно. Ну, зато мойка не нужна. Прям помыли хорошенько после той грязюки. Вот. Там прям дождина, конечно, мне вообще... Ноги полностью промокли. Байк нам утопал там по дороге. Это одно из самых известных кафе в Далате. Как говорит Олег. Я всегда цитирую, но я не повторяю. Я говорю кому-то. Должен тогда говорить начало кавычек, конец кавычек. Мое почтение за чью. А, чай, очень тема. Прибал сэндвич. Это один сэндвич. Вы его разрезали? Для Нави. Баклажаны с сыром, похоже на кабачковую икру немного. Сэндвич у Нави огромный просто.